Ленинский районный суд сегодня вынес приговор бывшему министру экономики республики Владимиру Аврелькину и другим фигурантам этого дела. Сегодня вынесен приговор в отношении бывшего заместителя председателя Кабинета министров Чувашской Республики, министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики Аврелькина. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 Уголовного кодекса Российской Федерации. Судом установлено, что Владимир Аврелькин из корыстной и иной личной заинтересованности, явно злоупотребляя своим должностным положением, допустил совершение хищения денежных средств из республиканского бюджета путем незаконного предоставления двум коммерческим организациям субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, развития либо модернизации производства товаров. Судом Аврелькину назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать руководящие должности в государственных органах и организациях на 3 года. По уголовному делу признаны виновными также и иные лица, которые обманным путем получили субсидию. Приговор суда в законную силу не вступил.